Уже неделю над тундрой бушует метель. Далеко от стойбища оленеводы выбираются только по крайней необходимости. Виталий Озилов ездил в поселок за женой и детьми. Их выписали из больницы. В стойбище всего три чума. Здесь живут представители династии Озиловых, потомственных оленеводов Ханты. Вечером в чуме соберутся все вместе, поэтому женщины хлопочут, готовят ужин. Те, у кого свободная минутка, смотрят фильм. Его привезли столичные гости. Это Хон Мишка, мой дядя. Дедушке сколько было лет? Не знаю. Оленеводы крайнего севера. Это бабушка Пети. Она в красивой ягушке. Сегодня цифровыми технологиями никого не удивишь. Они в каждом чуме. Язык оленеводов пополнился новыми словами. Флешка, ноутбук, iPad. Это твоя тетя Рая? Это моя бабушка Прасковья. За ужином мужчины обсуждают планы. Надо строить кораль, загон для оленей. Надо чаю попить, поздно уже. Помощь приедет? Бригадир сказал, что помощь будет. Сегодня вы весь день в лесу были. Сетку привезли уже? Привезли. Дом ты так вон дёхнешь.
Маловато сетки, не хватит. Нынче снега много, телята не дойдут. Весна была тяжелой, лето жарким. Очень холодно. Олени не заболеют? Бирки тоже сейчас будем ставить? Завтра опять холодно будет. На буранах поедете? Да, на буранах. К вечеру должны добраться. Техника мороз выдержит? Может, на оленях поедете? Какие олени? На буранах быстрее. Деревья замороженные, гвоздь не забьешь. Сколько сможем, столько забьем. Здесь было около 100 голов, а там еще 300. Надо собрать вместе стадо. Мы далеко оставили оленей. Засиделись. Пойдем домой. Мой отец долго работал в оленеводстве. Сейчас он на пенсии, в поселке живет. Теперь я иду по путям и дорогам его кослания. Уже более 20 лет работаю в оленеводстве. Мне нравится жить жизнью моих предков. Хоть и тяжело иногда бывает, но не думаешь об этом. Молодежь сегодня неохотно идет в оленеводство. Только самые смелые и сильные духом продолжают дело отцов и дедов. Я после школы остался в чуме жить. Потом армия и снова вернулся в оленеводство. Позже женился. Здесь моя земля, моя родина. После метели деревья промерзшие, тяжелые, но откладывать некуда. Скоро бригаде отправляться дальше на новые пастбища. Вот по этим дорогам ездили наши отцы и деды. Теперь мы их осваиваем.
Раньше на этих пастбищах были три оленеводческих бригады. Сейчас здесь одно стадо выпасаем. Весной горные реки сильно разливаются, поэтому надо вовремя переходить через реку. Весенние дни кослаем всегда в ночное время. По насту успеваем перегонять стадо до новых пастбищ. Так легче. Весеннее время пасти стадо выходим по 2-3 пастуха. Наступает время оттюла, когда рождаются на свет маленькие телята. Здесь надо быть особенно предусмотрительными. Особенно тяжело в холодные зимы. Оленям трудно добывать себе пищу в мороз. Сейчас много снега, оленям тяжело. Да и волки, росомахи знают свое дело. По большому снегу им только и в путь за оленем. В раннюю весну приходится перевозить маленьких новорожденных телят на резиновых лодках через горные реки. И такое бывает. Помогают нам наши дети. У Семена Озилова тоже непростая задача – пригнать стадо по глубокому снегу. Дорог здесь нет, только направления, но и они переметены. Кораль, над которым мужчины будут трудиться не один день, нужен для просчета оленей, беркования и вакцинации. Процедуру впервые проводят ранней весной. Таежное оленеводство имеет свою специфику выпаса. Большие сугробы – напасть для оленей. Зимой покоя не дают волки и росомахи. Здесь и на лыжах приходится побегать, и пешком, и на снегоходе. Вот так в 30-градусный мороз оленеводы и трудятся, не жалея собственных сил, чтобы сохранить поголовье северного оленя. Часто заказываем топливо для буранов родственникам салихар. Хорошо, что в наше время и связь ловит хорошо. Из чума можно позвонить, и привезут топливо, продукты. Я там аркан забыл. Я же шимур уже. Зимой собрать стадо легче на снегоходе, быстро. Если есть недостача, то это сразу видно. Мы оленеводы помним и знаем каждого оленя в лицо.
Большое подспорье – современная техника. Снегоходы и спутниковые телефоны. Сейчас и на озере Варчато поставили вышку. Поэтому связь в наших местах везде берет. Есть спутниковый телефон. Очень удобно. Всегда можно позвать на помощь. В таежных условиях всякое бывает. Сейчас мы мало запрягаем оленей в упряжку. Осенью все на оленях ездит по тонкому первому снегу. А зимой олени отдыхают, набираются сил. Теперь весной будем на вакцинацию загонять стадо в Новый Кораль. Здесь рядом места хорошие, ягельные. Тяжело бывает. На лыжах приходится много ходить. Здесь надо много работать. Осенью для просчета снова в этот кораль загоним оленей. Не зря строим. В тайге выпасать оленей непросто. Миша, нож есть? Рыбка есть. Это хорошо. С берестой будешь чай пить? Чай на морозе остывает быстро. Теперь стадо на месте. Вот и хорошо. Девушка, девушка, ого-го-го, на-на-на-на. Ну-ка, ну все, хорош, наверное, пока тебе. А если кырды ельбин, ташхази вандыла, хорасл, выгорби уды. Весенние дни оленеводов пора суетливая. Надо и продукты закупить, позаботиться о медицинской аптечке, подготовить нарты. Уже совсем скоро, с приходом теплых дней, мы продолжим свой путь через горы Полярного Урала. Оленеводы крайнего севера собирались в путь. Им надоела вечная мерзлота. В дикие джунгли знойных широт мечтали они шагнуть. Все, что не вышло здесь, обретется там. Шли они долго в пахмурной тундре, не было ей конца. Оленеводы крайнего севера, оленеводы крайнего севера, оленеводы крайнего севера, оленеводы крайнего севера.